Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, которые находятся в главном штабе Эрмитаж Санкт-Петербурга. Поль Гоген, Пирога, 1894 год, из собрания Морозова. Пирога, картина французского художника Поля Гогена из собрания Государственного Эрмитажа. На переднем плане возле пальмового ствола изображен обнаженный мужчина, пьющий из половинки кокосового ореха. За ним на земле лежит лодка Пирога, возле которой возится маленький ребенок. За лодкой на земле лежит женщина в белой блузе и красной юбке. Вдали видно море и на горизонте большая гора, правее которой диск заходящего солнца. Слева внизу название картины на таитянском языке, подпись художника и дата. Две строки. Картина написана в 1896 году во время второго путешествия художника на Таити. В ней чувствуется несомненное влияние работы Пьюи де Шавана «Бедный рыбак». По замыслу самого Гогена, Пирога должна была стать ее таитянской версией. В отличие от исходной работы, где все внимание сосредоточено на центральной фигуре рыбака, на картине Гогена в первую очередь сделан акцент на пироге, образующей доминантную диагональ. Костеневич, Альберт Григорьевич Костеневич, советский и российский искусствовед, исследователь импрессионизма, доктор искусствоведения, главный научный сотрудник отдела западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа, хранитель коллекции французской живописи от импрессионистов до Матисса и Пикассо. Справка. Отмечает, что поза рыбака заимствована из древнеегипетской живописи и близка к изображениям пирующих на фресках в фиванских гробницах. Ну, вот такое описание нашел в интернете к работе Поля Гогена «Пирога», 1894 год. Работа находится в главном штабе Эрмитаж Санкт-Петербурга. Пока-пока, до свидания.